Всем привет! Как я и говорила, церемония закрытия Олимпийских игр состоялась. How I was speaking early, a ceremony of closing of Olympic Games comes. To meet many foreigners, but this situation is COVID-19 effect. Yes. I'm sorry for this situation. It's very better than the COVID pandemic. COVID pandemic is bad very much for Japanese economic, yes? Pandemic is so bad for us in Japan. For example, many restaurants and many hotels, so they prepared for tourists. Yes, many tourists. But they wanted to many tourists to come to Japan. But it's we lost this opportunity. So I think this situation is very. It's a pity that the pandemic brought big opportunity for Japan, yes? Brought the pandemic? Yes, brought a big opportunity, bro. Это так классно, что не все японцы зафейлили возможность изучить английский язык, и с этим человеком удалось поговорить очень хорошо. Он сказал, что ковид дал очень ужасный эффект на экономику Японии, потому что японцы вложили много денег в то, что построилась олимпийская инфраструктура и построилось много ресторанов, рассчитанных на туристов, но эти инвестиции не оправдались. И ковид очень сильно ударил по Японии. Еще этот человек извинился за то, что его соотечественники устроили такой митинг, который не дал возможности подойти ближе к стадиону. About Olympic Games. We are so excited. Yes. And so invested. This is big opportunity for your country. Yeah, of course. I think. No, I'm here for the Olympic. For Olympic? You from the Olympic team? Yeah. How do you like results of your Olympic team? I like the result of my Olympic team. Yes. 17 medal. It's a good result. Yeah. I think that it's a big and hard work. It is very much training. Yeah. And very strong. Yes. Very strong. Discipline very strong. Yes, it's very strong. Uh,
which sportsman's results you like more? Athletics. Athletics? Сначала мы встретили японских велосипедистов, которые постеснялись и технично уехали. Но потом мы встретили европейцев, а как оказалось, испанцев, которые очень рады результатам своей команды и говорят, что они из поддержки олимпийской испанской сборной. И их больше всего впечатлил результат их атлетов. И это правда, испанцы тоже молодцы. Это знаменитый итальянский актер и телеведущий. Он очень интересуется, очень восхищается результатами многих спортивных команд. Этот дядька не только делает хорошие репортажи, но и очень интересно берет интервью, умеет задавать вопросы. He's classical Italian because he makes many wings to hands. Этот итальянец просто классически по-итальянски себя ведет и жестикулирует активно руками. На вот этой оптимистичной ноте мы закончим часть пятую церемонии закрытия Олимпийских игр. До следующего видео. On this positive moment, we finishing this video from closing of Olympic Games. See you in next video. Bye bye.